У меня новое приобретение из вот таких вот жетонов, которые есть в книге Загреба. Жетоны, которые производились на Луганском станкостроительном заводе. Какие они, собственно, вот есть. С одной стороны, здесь мы видим голландские, вот такие голландские цветы. У нас тюльпаны. И разновидность вот такая вот есть, лебедь. Делались они как пробные для Киевского метрополитена. Лебедь. Вот это самая редкая разновидность. Два вида есть. Гурт гладкий и гурт рифленый. Есть вот у нас вот такая разновидность с надписью «Киев». И есть вот Виктория. У Виктории и вот таких вот сотки два вида. Это гурт гладкий и гурт рифленый. Гурт рифленый можем посмотреть, как выглядит. Это вот в таком формате выглядит рифленый гурт у Виктории. У гладкий вот так вот. Если надеюсь видно. Ну, как видно. Вот по поводу рифленого гурта вот этой сотки. Вот так можно посмотреть, да, вот так он выглядит. Такое рифление. Диаметром они 24,5 мм, могут быть и 23 мм. Вот этот немножко меньше, 23 мм. Вот такие вот жетончики. Ну что ж, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!